Сегодня 16 вечер. Я вот сбежал от Вероники Георгиевны и закончил вольер. Закончил. Да. Какой-то я какой-то излишне оптимистичный. Я собрал каркас, вот кроме одного там верхнего соединения. Пока перемещение наше обстоит, не очень, скажем так. У нас есть ламельная пила. У нас есть немного рук, студенты. Но у нас сейчас задача обезопасить самих себя, чтобы не сбежали дикобразы вот из этой теплицы, которую они уже разобрали. Сделать вот эту, обшитую изнутри железом, поставить ее там на место и пока забыть об этих дикобразах, потому что там хочется им выгульник сделать там вокруг. Это как бы дело десятое, туда дальше уже далеко. Вот. А потом ребятам, они сейчас у меня разбирают вот этот вольер лосиной вокруг этого самого, как его, мать его, бывшего осинника, которого Сохонька подъела. И вот здесь сюда, вот в кусты калины, между ними мы поставим несколько палет и разберем шалаш Крупского и туда перенесем. А вот потом уже будем приступать к переносу теплушки. Вон Вася вышла. Котовась. Кто ты моя? Ты моя девочка. Ты моя красавица. Ты моя солнышко. Ну а что ты? Мы сегодня с ней поругались. Она меня ударила лапой, и я получила по морде за это. Там домик надо его будет разбирать. Из него просто выносить все. Всю фигню вместе с мусором, вместе с полом там и прочими тараканами, потому что пол сделан был очень весело. Макса нет. Макс сегодня сбежал. Так-то он все в порядке, все нормально у него. Но он, да, Хантер, сбежал сегодня. Открыли дверку, этот улизнул. Не сегодня, вчера. Он здесь на соседней территории приблудная серьга. Тоже чипированная. И вот он с ней тусит и ходит, гоняет Рекса с той территории. В общем, хулиганствует. И уходит на склады. Там его любят, холят, лелеют все. Майком называют. Я сказал, что он Макс. Теперь я сам его знаю. Так вот у нас обстоят дела. Спасибо огромное, что вы помогаете. У нас еще немного есть денежки на Вероника хранит, на разбор вот этого вот удовольствия. Но мы чуть-чуть торчим за телят, десятку. Нам еще не присылали, сколько мы должны за электричество. Но мы сейчас электричество потребляем мало. Тьфу-тьфу-тьфу. Сейчас вот сварка работает, и приходится включать морозильную установку, оставшуюся последнюю рабочую, чтобы там сохранять телят замороженными и остатки, то, что у нас еще есть цыплята. Цыплят вот заказали, ждем, когда привезут, 150 килограммов, но не знаем, когда привезут. Так что вот так у нас такие пироги с такими котятами. Живем, а женщина со склада, которая, собственно говоря, и позвонила Веронике. После того, как я слез уже с газели, она прибежала, принесла мне пакет, там
пакет муки, там были макароны, там был какой-то соус. И она мне еще всучила 500 рублей. Говорит, вот возьмите, пожалуйста. Я отбрыкивался. Я говорю, девочка, что? Нет, 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 возьмите, вы меня обидите. Ой, это было очень смешно. Ну, отчасти трогательно, отчасти очень смешно. Их она кормила. Сейчас мы поедем в Леруа Мерлен. Внезапная статья дохода, расхода нарисовалась. Нужно купить жалюзей. А! Динка, ну блин, ну царапайтесь же вы, зараза. Ну что ж вы на меня прыгаете все. О, чтобы сделать аистенку. Аистя там, ну короче, тень. Потому что у нас когда заходит, уже переваливает за полдень, вот, тогда у нас на балконе достаточно жарко. Нет, понятно, что они африканские, там из Северной Африки произошли, но все равно хочется им сделать немножечко тени. Миша, кто ты, морда противная? Этот тоже сбегать умудрился. Ладно, дорогие друзья. Дина, зачем ты поволокла? Понесла коробку разорвать. Это я сегодня купил для сварочного аппарата проволоку. Вот, и она подобрала коробку, принесла. Ладно, дорогие друзья, спасибо огромное за помощь. Спасибо огромное за теплые слова. Мы вас тоже очень любим. Остаемся всегда вашей Феникс.